Приветствую вас, Виктория. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, на что я хочу обратить внимание, это не совсем понятно, как быть. То есть, как быть, чтобы что. То есть, вы как-то вот сформулируете задачу психолога, как быть, чтобы что. Если вы хотите гармонизировать отношения, потому что у вас возникли какие-то проблемы, да, но тут вам нужно сделать анализ отношений, скорректировать свое поведение. Может быть, с молодым человеком вместе обратиться к психологу. То есть вариантов много. Если хотите пережить расставание и двигаться дальше, это другое. Вот. То есть, как бы определить структуру. Дальше. Поняла, что все мои желания были связаны с ним. Это значит, что вы растворяете в человеке, это значит, что вам самой для себя не особо чего важного. Вот, это значит, что, ну, как бы, что вот лично вам, да, лично вам, ничего особо не нужно. Вот. Это проблема, потому что, условно говоря, у вас нет своих целей, у вас нет своих, получается, собственных направлений деятельности, то, что вы делаете все там для кого-то, ради кого-то и прочее. Вот. Ну, это не сказать, если сказать, что это тяжело, да, но не сказать ничего. Вот. К сожалению, опять же. Вот поэтому момент здесь такой, достаточно серьезный. Вот. Но с другой стороны, вы же пришли к этому не просто, то есть вы пришли к этому, ну не просто так, вы пришли к этому через что-то, знаете? И вот это что-то, вам надо бы поисследовать. Вот. А пока что вы этого не сделали. Не преследовали. Вот, в принципе, так. Мне кажется, что ваша позиция, она на данный момент, ну, знаете, такая вот. Я не понимаю, чего я хочу, да, я хочу, там, не знаю, хочу просто вернуться, как было, или наоборот, как было, все возвращать не хочу, но и вперед двигаться дальше я двигаться дальше я тоже не могу, как бы. Ну вот, знаете, какая штука, то есть это ну, такой вот вариант получается. И вам, только вам нужно ответить на вопрос, куда вы хотите двигаться дальше. Мы вам поможем. Если, допустим, вы не знаете, куда хотите двигаться, такое, в принципе, тоже бывает, ничего страшного, то, опять же, мы вам поможем себе разобраться. Вот. Но ключевое решение все равно принимаете вы. Ключевое решение все равно принимаете вы. Вот. По-другому невозможно. Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот такой ответ вам можно дать, на мой взгляд, с точки зрения психотерапии, психологии и так далее. Вот. Ну, конечно, окончательное решение вы принимаете сами. Ну, то есть, окончательное решение принимать вам, вот, по данному вопросу. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится и буду рад обратной связи.